Yes. Площадка называется King Power Mahanakhon. Посмотрим, что из этого выйдет. А вообще здание, оно просто меня впечатляет. Посмотрите, какую шикарную форму имеет. И не пожалели они пространство, чтобы просто сделать здание примечательным. Там находятся бассейны, спортзалы и сад. Пойдемте посмотрим на саму площадку. У чувака работа, он целый день ездит в лифте. Туда-сюда. Опа, прикиньте, вот это номер. Вот это круто. Вау. Sorry. Excuse me, you had a mat, please. Hello, sir. You had a mat, please. You. Yeah. Все маски напоминают одеть. Вот уже последний чувак одевает маску. Все, мы прям взлетели. Слушайте, очень клево. Очень клево сделано. Как всегда, и во всем нужно сделать первый шаг. И первый шаг сделать здесь очень необычно. Фактически ты падаешь в пропасть, доверяешься чуткому инженерной мысли. Я надеюсь, что они не ошиблись и стекло не разобьется. Очень необычное ощущение. Между прочим, на ваших глазах Байок Скай, один из самых высоких отелей в мире, но всегда есть но. Мы еще выше, мы на высоте 317 метров. 317 метров, посмотрите, какие чудесные виды. И отсюда город реально можно прочитать, если ты здесь ориентируешься. Ты знаешь, где что находится, какое здание себе что представляет. И вот там, посмотрите, в центре города парк прям с фонтанами. Могли бы 10 небоскребов воткнуть, но сделали парк, таких не один. Парк в этом чудесном городе. В общем, площадка просто офигевшая. Просто офигевшая, по-другому не назовешь. Это самая лучшая площадка. Короче, место реально популярное. Туристы подходят. А все для чего? Для того, чтобы здесь вот сделать фотографию. И просто, я не знаю, какие получатся фотографии, посмотрим. Но то, что ощущение, вот даже смотрите, Оксимирон, поднадземное метро под тобой.